Все, друзья наши, вот начинается сафари. Выходим на охоту. Закрываем наш домичек. Классный отель, классный обед. Ну, можно сказать, саванна уже прямо перед нами. Так что сейчас идем на рецепцию. Ветерок так дует. Хорошо, не жарко. Идем на рецепцию, садимся в нашу машинку, маршрутку-мотатку. И будем выезжать смотреть с вами животных. Увлекательно это действие. Все, вы с нами, ставьте лайки, подписывайтесь, поехали. Ну вот как выглядит наша маршрутка-мотатка. Смотрите, верх поднят, заходим, можно стоять и любоваться животными. Нас шатает, мы уже готовимся, одели рукава уже. Вот у меня тоже для такого телесного, вот этого Наташи белого, бандану, шляпочки одели, все. Едем, едем на охоту за красивыми снимками и видео всяких интересных животных. Ехали мы, ехали и приехали. Вот, смотрите, какой красавец. Африканский слон. Ну, не только он один. Смотрите, там еще есть. Еще. И вон там вот. Тоже, надеюсь, вам видно, компания слонов уходит просто. А, кстати, Наташа их лепешки заметила на дороге. Говорит, кто здесь, говорит, наложил? В какую сторону они пошли? Ну, наш водитель быстренько понял, в какую сторону они пошли. Ох, обмахивается. Стоит красавец такой. Ну, хорошо, не агрессивный. Помню, в Амбасселе за нами даже там пытались бежать слоны. Он еще маленький, скажи. Совершенно да, маленький, да, конечно. Это еще, он еще не вырос, но... Ой, смотри, 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 какой диво, это пыль идет. Наблюдать за ним кайф, конечно, вообще смотришь. А он от нас, ну, метров в 20. 20 где-то. Да, 20 метров. Вообще красота. Я хочу такие буфы. Так, шо он еще так, не, другая не машинка едет. О, сафари. Смотрели, знаете, наверное, смотрелись уже, ну там вдалеке. Попробую вам. Вон они. А, уже там 4 слона. 5, я там 5 уже. Ой, кушает Масянька. Ух ты, столько прям засунул в себя. Прям как водоросли торчат из окна, из окна, изо рта. Такие китайские водоросли. Слушай, он же там какие-то 200 кило в день или 400 да, съедает? Да, по-моему, 200. 200. Стивен? Да. Стив, а how many kilo of grass eat elephant during the day? Не-не-не. During the day, how many kilos? During the day, how many kilos of grass elephant eating? Every day, it has to eat one ton. One ton, тону. О, за день в тону. Ну, малыш, здесь тебе хватит, а вот вам бассейн у слонов проблемы. По-моему, такой сейчас, что такое, тебе что-то не нравится, травка зависла. Ну, давай отсюда. Уши распустил. There are more elephants down there. Посмотрите, как он ушами работает, просто видно попку эти ушки. Окей, okay. We can go there? Окей, грейт. Все, поехали. Глазастая Наташа увидела целое стадо слонов прям за этим слоном. И наш водитель сказал, мы сейчас подъедем, не вопрос. Но главное, чтобы не агрессивчики. Ага. Ух ты. Так, надеюсь, вам видно, мы в очках. Не, вроде видно, видно. Вы прям знаете, в окружении слонов. Я сейчас вам так медленно буду переводить. Вон слон, вон. Даже вон между деревьями. И вон еще. Опа, смотрите просто. Я очень надеюсь, вам слышно, потому что ветер может глотать слова. Ага. Вот слон. Типа до нас, дивись, дивись, вот он. Типа идет к нам, а ну-ка. Ну не знаю.
Там где-то подкрадывается. Пучавшись руками. Ага. Не, я думаю, что он идет к своим этим братьям и сестрам. И они пока и рыка не издают, значит, они знают, что мы их не обидим. Да, очень много. Ну что, ага, играет телефон и рация нашего гида. Смотри, как красавица. Вообще супер. Самбуру, конечно, сошлось. Да, природа вообще классная здесь. Сколько там? Просто сказать, человек 40? Человек 40, наверное. Сейчас вам просто покажу всю эту красу. Ну вот, такое у нас сафари. Слонов уже увидели, сказка. Смотрите, просто классный такой начинается уже закат. Там мы слоников посмотрели. И нашему водителю приспичило в туалет. Он, конечно, рисковый парень. Я просто хочу сказать, что человек побежал в саванну в туалет. Мы реально... Котика приведет? Котика приведет, да. Леопардика. Ну, просто вот водителя нет. А мы тут он в кустах быстро запрыгнул. Ладно, не буду показывать. Просто хочу сказать, что водитель у нас смелый. Вот мы со слониками еще. Он хотел раньше выйти, но там слоник, который первым мы видели, он так напрягся на него. И мы поехали в другое место, в туалет. Ну не вопрос, он даже смеется. Не, ну не дай бог, конечно, так приспичило. Но в саванне, если сейчас леопардик выйдет. Как водителя спасать, какие вот, не знаю, методы. А вот он уже, все, водитель уже вышел. Человек в саванне просто, ну... Водитель подкрался, будто он леопардик. Я уже испугалась, короче. Все, теперь можем ехать. Уже посмотрим, надеюсь, найдем других животных. Вот заехали, красивое такое озеро. Это не озеро, река. Ну, река. Наверное, крокодилы могут быть и бегемоты. Кто-то может сюда и придет водички попить вечером. А вечная ему фриба? Тропка, кстати. Тут может и Лео появиться. Смотрите, какие колючки у этого растения. Ой-ой-ой. Васуниро. Река Васуниро. Красиво. Не Найваши, конечно. На Найваши мы с вами так уже были. Да, снова ветер уже дует. Так, тут где-то под ногами крокодильчиков нету. Ох, не, мы здесь не проедем, наверное. Что, проедем? Вот это сейчас это будет просто разбег и запрыг, если мы проедем. Да, лучше развернуться. Все виды просто класс. И поедем еще вперед, дальше животных искать. Это уже я увидела. Снова красивый ресикулейтед жираф. Где он взялся? Мы же проезжали. Не знаю. Он когда? Мы только что проехали. Че говорил? Боже, какие красивые у него узоры. Он как будто из таких черепичек. Да, складывает. Да. Ну куда? Сделан. Ты малыш, ну уходит он. Ой, уже идут. Он. Ну и все. И что, сейчас за ним поедем? А не, нам. Я думаю, что да. Почему нет? Ну все, это такой. Опа, появился нет. Мы сейчас, наверное, объедем. Подождите. Мы за ним едем. Он уходит, а мы за ним едем. Кстати, тяжко так ехать и держаться. Ой, красота. Боже, эти все виды прям. Он уходит в саванну. Давайте просто понаблюдаем. Он поворачивается и так. Что вы от меня хотите? Это просто лицо, посмотрите. Я вообще-то шел к водичке, да? Что какие вам попыты? Надо? Боже, какой красивый. Слушайте, ну, вот это вот... Попыты, немножечко. Вот эти вот на коричневом белые такие прожилочки. Вот кто из нас умный? Запомним. Ресикулейтед жираф. А что такое ресикулейтед? Ну, мы не перевели еще, это один из видов жирафа. Мы, кстати, рассказывали об этом видео про жирафов, когда мы видели, когда мы были в контактном зоопарке, вот этом в контактном парке для жирафов. Это один из видов. И как раз вот самбуру ресикулейтед. Это вот грейви зебра и ресикулейтед жираф, популярные животные. Здесь? Именно в да, Самбуру? Да, в Самбуру именно. Потому что реально в Цаво и в Амбаселе другие были зебры и жирафы. Это просто какая-то грация. Когда они бегут, это вообще... Да, вот это наблюдать животных в природе, естественно, это круто.
Ну, когда слоны за вами не гонятся особенно. Так, нормально. Грациозное животное. Уходит. Кстати, странно, что он один. Слонов было штук 40, да? Да, не меньше. А, жираф такой. Я один сегодня. Без подружки. Уже эта подружка есть. Ну, не знаю, неважно. О, красота. О, народ, смотри, какая красота. Импала. Вот, видели мы с вами это благородное животное уже в первом плейлисте Кения, но это классно. Ой, какой. Еще он еще. Мальчик, да? По-моему, с рогами мальчик. Ой, красота. Он еще там стоят. Подружки, похоже. Вот не боится. Мы думали, мы подъехали, убежит метров 15. И так обычно они такие пуганые. Прямо выдирают траву. Хотя травы так пугают. Я аж звуки слышу. Да. Ух ты. Это такой носик, прямо как сердечко. Насторожился. Кайф такой наблюдать за ними в природе. Я ж слышу, как он траву выдирает. Красное животное. И виды такие просто, какие-то космические сумасшедшие виды. И горная местность, много гор. Да, вообще, посмотри, все зеленые горы. В ЦАУ в Амбуселе такого не было. Вот относительно разные парки. О, и величественно удаляется наш король-лев. Точнее, король-импал. Король-лось, хотела сказать. Ну, короче, король-импал. А нет, там мальчишки, кстати, с рогами. Ну, один, мальчишки, мальчишки. Девочки, он, два мальчика. Yes. А еще one bird здесь, тукан. Это тукан, вон. Туканчик. То он такие звуки издает. Улетел. Класс. Что это такой маленький здесь? Не козлик, а кто? Импалка делает? Да, это импалка. На задних лапах стоит. А смотри, вон они все. Кушает что-то. Справа вон куст, девочки подходят. Четыре штучки. Одна, да, вот это девочки, которые без рожек. А этот встал на задние лапы. Ты посмотри, ему так удобнее сверху брать. Это он как вы или что-то кушает, или подглядывает. Ой, конечно, красотуля. Он свеженькие листочки кушает. Там, боже, какая такой лапочка. Что такое? И женщина. Езжай ты. Вот это справа. Такой, я пишу. Подожди, это не импала, я, кажется, импала. Это же Еринук. Нет, Геринук и он. Это Еринук, подожди. Это импала. Стив, это импала, а Геринук? Геринук. Геринук. Я говорю, девочки такие. О, мы как раз вам его снимали и не сняли. Импала. Как Наташа говорит, что он просвечивается. Я думала, что это импала. Не-не-не. Вот еще одно животное вам, Геринук. Ага, очень длинная шея. Ага. И короткие рожки. Ну, отлично, что вы вам сняли, а то прям я расстроилась, что не включила. Вот и Геринук. А девочки прям такие, только попка из-за куста, по-моему, видна. Оп. Нюхает, Шуся. Вот. Да, прям просвечивается такой. Нежнейшее животное. Ой, пошло. And there's an elephant far, far away in that, in the open. Ага, и говорит, там еще слоник где-то. Да, далеко. Нет, он видит его? Where? А, вот там он где-то по направлению, вот там же, где и Геринук. Но это нам хорошо нужно приглядеться. Нет, мы не видим. Ну, мы не видим, но мы вам уже так нормально показали слоников сегодня. Вот, доехали, и снова слоники. Смотрите, гора. Такие красивые слоны. Наверное, папа, мама и дитё. А ты заметила, вот потом посмотрим на камере, они все замерли, а потом хопа, старший начал кушать, и все такие, все расслабились. Ну да, типа испугались. А не, они такие, хопа. Потом замерли, пошло. Съемка пошла. Кушает. А, смотри, он себя это травой отбивает. Тут право. Большой такой, да, который? Да, он так траву взял, кусок этот здоровый такой, кусман травы, так бум себя хоботом. По голове. Аж звуки слышу, как они траву рвут. Просто все.
все это великолепие покажу. Горы зеленые, дорога. Вообще только одну сегодня сафари встретили машинку. Так считайте, сами катаемся. And you have the vulture head and guinea fowl. Я их как маленькими павлинами называли, куропатками. Вообще просто сидят, бросаются под колеса машины, не хотят оттуда выходить. Не, мы их это реально видели, но они такие пугливые были. А тут реально их из-под колес нельзя выгнать. Да, он гуляет себе вот. Молодцы. Спокойненько так. И вообще, и в ус не дует. Да, а девчонки такие сирые, сыренькие, немножко поменьше. Такие прикольные. О, смотри, смотри. А ты побежал. О, скоростушка. Ого, они ого, не ого. Летают. Ого, куда это ты побежал? Not fly? They do fly, they fly. Ага. They fly. Не летают, нет. И обратно же. Тренировка, челночный бег. Смотри. А этот это тоже, смотри. This is the female. Ага. Yeah, and that's the male. А, it's female? Yeah, this one is the female. Ну, female? Это женщины что, такие красивые. Ух, побежали. Что, они позируют. Приускорились. Окей. Okay. Yeah. Okay. Боже мой, мы в 30 метрах. Он такой большой. Это мы на всей скорости мчимся уже назад, потому что темнеет. Да, темнеет, и вроде как уже опаздываем. Да, это вот те, которые, наверное, были. Смотри, не замерли, бачишь? Он сейчас поймет, страшно или нет. Вон еще есть слоны, да, кстати. Страшно, уже можно кушать. Вы видите уже, как солнце заходит. Красота какая. Вообще просто. Ну, хорошо, не агрессивные. А тут испугался, да, даже малыш? Куда-то он двигается. О, this is a male. Не male. Он говорит, это мужик. А, уже вижу. Сейчас он будет мужик. Разгоняться. Ну, те вообще как бы спокойно себе уходят вдаль. Так, вот, а вот этот вообще просто красавец. Просто. Он такой большой, я просто вам передать не могу. Он реально в длину, ну, 3 метра. Не в длину, точнее, в высоту. Какой же он красивый. Вот так мы уже в конце сафари прям насладились еще слоником. Да, по-моему, да. Видно, ночуют они где-то на той стороне.